«Спорт плюс бренд равно ситцевая верста». Этот межрегиональный турнир по художественной гимнастике проходит в Иванове ежегодно и собирает самых талантливых спортсменок со всей страны. Гимнастки выступают в индивидуальных и групповых программах. На помосте участницы из 9 регионов России. Могло быть и больше, но спортивный календарь внес свои коррективы. Только что прошло первенство России в групповых упражнениях. И опять будут еще соревнования всероссийского уровня. И сейчас, видимо, вот традиционно к нам ездят очень сильные гимнастки из Московской области, Дмитрова, и из Санкт-Петербурга. Но, к сожалению, вот они не смогли приехать. Карантины везде не выпускают, дети болеют много. Вот так попали. Для жюри и зрителей они всегда в хорошем настроении. Выступление обязывает улыбаться и дарить тепло. Все эмоции за кулисами. Здесь же разбор ошибок. У меня не получилось чуть-чуть боковое равновесие. Это плохо? Да. Бал уже сняли. У меня тоже не получилось чуть-чуть боковое равновесие, я упала. Самые юные гимнастки на этих соревнованиях 2011 года рождения. Есть и мастера спорта. Выступление коллектива «Акварель» из Иваново получилось одним из самых эмоциональных и зрелищных. Те секунды, что булава в воздухе, кажется, весь зал не дышит. Потерять снаряд значит получить низкую оценку. Сложность поймать и удержать предмет. В основном главное приноровиться и уже работать. Итоги турнира будут подведены в пятницу. Участники получат заслуженные медали и кубки. А еще подарки и ситца. Такой сувенир долгие годы будет напоминать о ситцевой весне 2018 в Иванове. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.